Севастопольские медики получат дополнительные машины от Минпромторга. Об этом стало известно в ходе заседания правительства города под председательством губернатора Михаила Развожаева. Проектом распоряжения назначаются лица, уполномоченные на заключение четырехстороннего соглашения между Минпромторгом России, правительством Севастополя, департаментом здравоохранения города Севастополя и единственным исполнителем поставки автомобилей города Севастополя для нужд медицинских учреждений. По соглашению, которое будет заключено после принятия настоящего распоряжения, в город Севастополь будет поставлено 2 автомобиля «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Напомним, ранее по поручению губернатора Севастополя из правительственного гаража в пользование медработникам передано 22 машины. Кроме того, ГУП «Севэлектроавтотранс» имени Круподерова выделил 4 автобуса, чтобы бесплатно подвозить медиков, живущих в отдаленных районах, на работу.